ничего, я был пчеловод, но никогда не отдаются плохой кофе. Вот, поэтому, говоря о эспрессо, учимся извлекать безукоризненный эспрессо и возвращать к нему, безусловно, в эспрессо. То есть эспрессо и эспрессо как база для приготовления кофе с молоком, да, вот общего цвета, тем более вегетарианской кофе. Макьято, эспрессо, запекнённый молоком для тех людей, которые, опять же, любят доминирующий вкус молоко с красавчиком. Капучино, сбалансированное соединение. Это вообще, да, знаете, как Одесса для меня, это определенный город. Ну, то есть у меня Одесса ассоциируется вообще даже не с какой-то страной, но я сюда каждый раз приезжаю на заграницу. Поэтому капучино это как автономная, ну, как Одесса, скажем, было, чтобы понимать. Он не Франция, не Украина, не Россия, это город государство. Поэтому капучино город государство. И, опять же, сбалансированное вкусовое ощущение, все. И вот, скажем так, хочу кофе с молоком, хочу кофе. Относится к этому.